Здравствуйте. Вы на канале Дмитрия Трофимова, и я, тот самый Дмитрий Трофимов, сегодня расскажет вам еще одну сказку. Но сказка непростая. Все, что я скажу вам, это не просто иллюзия. Это не просто гипотеза. Это действительно так, и лучше вам задуматься над моими словами и уже наконец-то начать действовать. Ребята, каждый из вас, с одной стороны, ленивая задница. Да, ленивая задница. Вы приходите домой, и вам не хочется ничего делать. Вы просыпаетесь утром, и вам ничего не хочется делать. Вы на протяжении дня чем-то занимаетесь, и вам что-то тоже не хочется делать. Все мы ленивые задницы. Но с другой стороны, мы также либо гении, либо сильные духом люди. Что значит гений? Это значит, что в каждом из вас есть немножко творчества. У кого-то больше, у кого-то меньше, но это точно есть. И если вы будете думать, если вы будете прислушиваться к себе, то в какой-то момент у вас что-то появится. Вы что-то сделаете, вы что-то додумаете, создадите, а потом подарите это другим людям. А может быть, продадите, а может быть, поможете, неважно. У вас внутри точно есть гений. Маленькая звездочка тлеет внутри. А может быть, вы сильный духом человек. Вы начинаете какое-то дело, не сдаетесь, боретесь, побеждаете. Преодолеваете, потом решаете какую-то еще проблему, еще побеждаете. Вы прокачиваетесь, становитесь сильнее. Ваша ленивая задница никогда не закончится. Если вы думаете, что завтра вы начнете, а пока можно посмотреть еще один сериальчик, нет, ребят, так это не работает. Сериалы, игры, сайты, паблики, новости – все это никогда не закончится. С каждым днем развлекательный контент растет и не собирается останавливаться. Фан-медиа бесконечна, а вы нет. Я не призываю вас пахать. Я призываю вас действовать хотя бы чуть-чуть. Прокачивать ту самую звездочку гения, да? Прокачивать свое состояние сильным духом человек. Лучше хоть что-то делать, чем вообще ничего не делать. Ваше время уже пришло сейчас. Подвиньте немножко, отключите немножко ленивую задницу. Не нужно слишком сильно отключать ее. Позвольте этой ленивой заднице быть, но при этом продолжайте действовать. Продолжайте развиваться, саморазвиваться, помогать другим людям. И тогда вы поймете, что действительно ваше время пришло уже сейчас. Что действительно фан-медиа, все вот это, сайты, сериалы, все это никогда не закончится. Вы, с одной стороны, действуете, а с другой стороны, наблюдаете. Что могло быть с вами, если бы вы продолжали погружаться в развлекательный контент. Подумайте об этом. А я вам говорил, сказка непростая. И то, что вы сейчас услышали, должно помочь вам проснуться наконец-то и начать действовать. Ваше время уже пришло сейчас.